Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот кукурузу сахарную из магазина Fix Price. Называется соленье варенье. Так вот она выглядит. Так. Здесь у нас 310 грамм, масса кукурузы 155 грамм, даже масса кукурузы указана. Это хорошо, хотя вы будете знать, сколько банок вам покупать. Так, состав кукурузы сахарная, вода питьевая, сахар и соль. Вполне себе обыкновенный состав. Также здесь написано 3 года она может стоять, эта баночка. И главное, так интересно, 3 года, а рядом палочка жил. 3 года жил. Никогда не замечала на банках, видимо, только у этого бренда так 3 года жил. Жил 3 года в итоге, после того, как съел. Так, она 19-го года, 1 сентября. И давайте же ее откроем и посмотрим, что же у нас внутри находится. Обожаю, честно говоря, вот такие вот, такую вот именно открывашку. Очень удобно. Если что, я покупала ее на Озоне. Так, также нам понадобится наша с вами тарелочка-помощница. Соответственно, ложечка. Хотя обычно я все это делаю ножом. А тут даже не видать. Тут даже не видать. Конечно, тогда получится, что больше жидкости, чем сама кукуруза. Ну, вот есть кукуруза, видите, есть всякие козявочки. Кукуруза, ну, не сказать, что мелкая. Где-то вот мелкая, где-то вот пошире немножко. Такая вполне себе нормальная. Но мне кажется, она довольно маловато. Здесь жидкости больше. И, в принципе, если посмотреть по размерам, то есть тут 310 грамм всего, и из них 155 грамм кукурузы. То есть, соответственно, получается половина воды, половина кукурузы. А у других производителей все-таки по-другому, но здесь дешевле. Вот, и давайте ее попробуем. Мягкая, нежная такая, прям вот, знаете, мягкая, нежная, жуется хорошо, но в некоторых местах пожевать надо. Такая в меру сладенькая. Такая прям вкус кукурузы. Давайте ее посмотрим всю. Потому что никто почти не покупает кукурузу. Наверное, все боятся, что она внутри какая-нибудь черная, гнилая, да, темная. Честно говоря, не помню, сколько она стоила. Но мне вспоминается цена 25 рублей. Может быть, 50. Не знаю, мне кажется, 25, наверное. За 50, наверное, мне кажется, можно купить в обычном магазине. Нет, она вся желтенькая, посмотрите. Свечивает? Нет, нормально вам. Давайте еще раз попробуем. Вкусная, нежная, вкусная. Мне очень понравилось. Советую, можно купить для салата, на праздник. Тем более сейчас у нас с вами скоро Новый год наступает. И, в принципе, можно купить. И хотя бы здесь написано, сколько грамм кукурузы. Вот. Не знаю, можно было бы, конечно, ее изначально надо было все-таки эту кукурузу взвесить. Но я не думаю, что производитель будет обманывать. И пока она там належалась в воде, мне кажется, она водой очень сильно напиталась. Потому что чувствуется она такая водянистая, такая прям наполненная водой, такая, блин, не знаю, такая классная, мне так понравилась она.
советую, можно купить. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии на канале в YouTube, чтобы ваши комментарии все могли увидеть. Не где-то там ВКонтакте или еще где-то, а именно на YouTube. Ну, если у вас нет, конечно, своей страницы на YouTube, тогда можете ВКонтакте его написать. А так лучше всего в YouTube ее пишите. Мне будет приятнее. Потому что ВКонтакте я могу не увидеть. Вот. Также смотрите другие ролики, смотрите обзоры также на другие продукты из FixPrice. Их сейчас очень много, их уйма сейчас идут друг за дружкой. Я просто не успеваю их даже выкладывать. Также на обзоры из других магазинов. Ой, господи. Светофора, обыкновенных магазинов. Там Пятерочки, там все-все-все такое вот. Также смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся, гуляем, путешествуем. Вот. И много-много чего другого. И также можете написать мне в комментариях, чего не хватает на моем канале. Я читаю каждое сообщение, стараюсь ответить по возможности каждому. Оцениваю каждый комментарий. Поэтому мне будет очень приятно, если вы мне напишете, чего не хватает на моем канале. И всем пока-пока, с вами был канал Art Money.